Чудесный день представляет. Кажется, Марс сегодня не в духе. Бррр. Ой-ой-ой, ой! Что это мне мелочь какая-то попадается сегодня? Ой-ой, это рык Марса, пожалуй, пора лапы отсюда уносить. Чувствую запах крупной добычи. Она не могла далеко уйти. А это что там такое? Это моя добыча. Это почему? Мы одновременно на нее набросились. Но я первая ее увидела. Ничего подобного. И вообще, ты последнее время стала какая-то жадная подруга. Не ссорьтесь, девочки. Этот олень вам все равно не достанется. Он станет моим обедом. Марс, что ты здесь делаешь? Это наша территория. И что? А то, что тебе надо уйти. Не смеши меня, крошка. Марс где хочет, там и охотится. Вот наглец. Пойдем к спину. Спин, спин, проснись. Что, что такое? Вы чего так расшумелись, милые дамы? Это полное безобразие. Да, он пришел и забрал нашу добычу. Такой наглец. Стоп, стоп, стоп. Говорите кто-нибудь одна, а то ничего не понятно. Мы с подругой охотились, поймали оленя. И тут пришел Марс и забрал нашу добычу. Марс? Вы ничего не перепутали? Нет, разве можно его спутать с кем-то? Мало того, он заявил, что он, Марс,
будет охотиться там, где захочет. Я поговорю с ним. Прямо сейчас. До сих пор не понимаю, как Спин разговаривает спокойно с Марсом. А главное, почему Марс слушает Спина? Загадка. О, многоуважаемый Спин, какими судьбами? По-моему, вы зашли на мою территорию. Чем могу быть полезен? Ты знаешь, зачем я здесь. До меня дошли слухи, что ты опять стал наведываться на мою территорию. Да еще и отбирать добычу у динозавров. Что ты? Разве я мог? Хватит, Марс. Ладно, ладно. Ну, зашел разочек. Никому же от этого хуже не стало. Последний раз предупреждаю тебя, Марс. Прекрати это. Если я еще услышу о том, что ты заходил на мою территорию, все узнают то, что знаю я о тебе. Это уже интересно. Что же такого знает Спин? Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.